Новый год – это чудесный праздник, и вдвойне его ждут особенные дети. Каждый ребятенок хочет на Новый год чудес, исполнения мечты, каждый хочет получить праздник. И мы, как обыкновенное чудо, в декабре каждый год в Омске приготавливаем акцию благотворительную по сбору новогодних подарков. В этом году акцию мы назвали «Время чудес». Первые акции, которые были по, так скажем, зарождению новогодних благотворительных мероприятий, мы просто брали подарки инициативной группы, приезжали в детский дом на их праздник, внедрялись в их мероприятия и дарили от себя подарки. Все начиналось банально, но с этого начиналось. У нас запланировано несколько мероприятий праздничных, несколько концертов. В нашем проекте в районе 300 детей участвуют с особенностями развития. Дети с ограниченными возможностями, дети из малоимущих семей. И каждому мы постараемся уделить особое внимание. И буквально сегодня на нашей площадке у нас Дед Мороз и Снегурочка активно собирали подарки в свои праздничные мешочки и выдвигаются к нашим деткам особенным. Акция заключалась в том, чтобы подарить немножко добра и теплоты ребятишкам, мальчикам и девочкам. А что сделали мы? Мы подготовили Деда Мороза, участвуем в организации и помогаем волонтерам. Все-таки хочется этим детям подарить немножко праздника. Мы каждый год посещаем несколько семей, в которых есть дети с особенностями развития. В прошлом году мы приезжали на Новый год к Никите Яуя. Это ребятенок потрясающе талантлив. Мы каждый год дарим и сладкие подарки, и подарки символами Нового года. Очень приятно людям дарить добро, нести весть о том, что в жизни есть не только трудности, но есть и счастье, есть и любовь. Ну, такие светлые моменты в жизни, они присутствуют, и всячески хочется их пропагандировать и показывать людям, чтобы люди стали добрее, стали открытие, дарили, может быть, улыбки друг другу, и чтобы этот мир стал немножко светлее. Мое первое взаимодействие с ребятишками, с мальчиками и девочками вызвало у меня слезы. Это такой уровень чувствительный, что невозможно передать словами. Я видел те глаза, когда я приезжал и смотрел, я читал в них панику и ожидание, что же будет. И совсем видел другой отклик, когда уезжал. Это невозможно объяснить словами, это нужно прочувствовать, и это нужно сопочувствовать самому. Я не знаю, как это объяснить. Волонтерство, оно закаляет характер, и я очень рада, что в моем проекте есть взрослые волонтеры, есть маленькие волонтеры. Буквально самому маленькому волонтеру 16 лет. Буквально на сегодня помогала нам собирать подарки. Я очень рада, что к нам присоединяются от мала до велика, и все хотят дарить радость маленьким деткам и помогать.
раньше, получается, я как-то спокойно, равнодушно относилась ко всяким благотворительным фондам, а вот сейчас я сама являюсь активным участником благотворительного фонда «Обыкновенное чудо», и у меня совсем поменялись взгляды. Ну, я лично не считаю то, что вот детишки с особенными, с ограниченными возможностями, что-то там с ними не так. Я считаю их обыкновенными детьми. Всегда хотелось помочь людям. Хотелось быть нужной и прожить свою жизнь, наверное, не зря, и сделать чью-то жизнь чуточку лучше. Детей я учусь, наверное, любви. Они настолько непосредственно любят, и это искренне. У родителей терпение. Терпение, труд, усидчивость и огромное желание, огромная цель достичь чего-то большего для себя, для ребенка. Они, на самом деле, бойцы. Лучше стала относиться к людям, лучше их стала понимать, что у каждого человека свои проблемы какие-то, и что всем людям нужно помочь, наверное, стала более отзывчивой к людям и их проблемам. Я надеюсь, что в этом году мы максимальное количество мечт исполним, и большое количество деток получит подарки. На сегодняшний день мы собрали в районе 250 сладких уже подарков. К нам присоединился союз предпринимателей, общественники. Многие увидели программу на 12-м канале, принесли к нам сюда в Союз предпринимателей много разных подарков, игрушки, мягкие, сладкие подарки. Но это здорово, что общественность реагирует и приносит, и дарит частичку добра и радости детям. Это классно.